Приветствую вас, и вы знаете, пожалуй, отвечая на ваш вопрос, мне бы хотелось сказать так, что у вашего мужа есть две основные причины вести себя так. Первое, это невротическая, то есть он говорит, что не считает изменой физический секс. И второе, это его потребностная сфера. Если в сфере потребностей можно предположить, что у вас за 12 лет образовалась определенная пробоина, определенный вакуум, определенная неудовлетворенность, то вполне вероятно, что вот как, когда мужчина значит, пытался умерить свой пыл, умерить свой гнев, да, умерить свою вспыльчивость, он начал сублимировать. Сублимировать, то есть переносить свою энергию на что-то другое. И вполне вероятно, что вот эти вот его измены физические, значит, которые были, как я понял, в другой стране, они являются частично сублимационными. То есть мужчина, может быть, стал спокойным и более терпеливым к вам, но начал проявлять свою потребность в других женщинах. И либо он вновь будет вспыльчивым, то есть либо вы как-то вот позволите ему выпускать энергию свою, пыл на вас, чтобы у него не оставалось энергии на других женщин. Либо там, может быть, еще другие проблемы будут, то есть нужно определить вот с каких пор у вас, например, вот это вот появилось ощущение, да, что вот вы говорите, что значит, сколько раз я все-таки добиралась до этих вещей, зачем вы добирались, если мужчина как бы вам не давал это делать, зачем вы стремились причинить ему боль, зачем вы его таким образом оскорбляли, не очень понятно. То есть вы же еще не знали, когда, собственно, добирались до утра, что вы там увидите. Да, видимо, у вас было подозрение. Соответственно, подозрение возникло не просто так. Соответственно, поведение вашего мужчины изменилось, и раз поведение вашего мужчины изменилось, значит, этому что-то поспособствовало. Вот в хронологическом порядке нужно определить, что этому поспособствовало. В хронологическом порядке и нужно определить, почему поведение мужчины поменялось. И было ли оно, ну, условно говоря, таким всегда или нет. Это, наверное, первый и самый главный момент, который я хотел бы вам сказать. То есть прямо это прямо вот такой анализ всей вашей жизни, всех 12 лет совместного проживания. Это первое. Второе. Вы говорите, как мне, значит, себя вести? Я не готова его оставить, но и принять такое разделение тоже не готов. Знаете, в чем дело? Вы сами себя загоняете в угол. Мужчина вам четко сказал, что у него для женщин одни стандарты, для тебя другие стандарты. То есть это уже называется мировоззренческая конструкция. И вряд ли мужчина будет ее менять ради вас, ради чего-то еще. Скорее всего, ни о каком изменении своего поведения речи не идет.
А это значит, что он не считает, что виноват, а это значит, что он так и будет продолжать себя вести. И либо вы дадите мужчине четко понять, что вы для себя каких-то вещей не приемлете. Вы для себя такого поведения не принимаете, но тогда придется как-то скорректировать ваше поведение. Тогда придется вам вести себя немножечко иначе. То есть вам придется внести изменения в свое поведение, быть более последовательным, возможно, в отстаивании своих ценностей и так далее. И что вы именно готовы для этого сделать, это большой вопрос, потому что вы говорите, что я не готов его отпустить. Сама по себе эта фраза уже свидетельствует о том, что вы пребываете, возможно, в некоторой зависимости от него, и это очень плохо, потому что именно, ведь мужчины чувствуют. Мужчина вполне вероятно чувствует, что вы от него зависимы. И если он чувствует, что вы от него зависимы, возможно, именно поэтому он так себя и ведет. И чтобы он вел себя по-другому, необходимо понять, что он может вас потерять. Ему необходимо донести, что он может вас потерять. По-другому. То есть на данный момент мужчина все устраивает, на данный момент мужчина считает, что он поступил правильно, на данный момент мужчина вообще не переживает, если я правильно вас понял по данному моменту, то есть как? Может быть ему неприятно, что вы узнали, может быть ему неприятно, что он доставил вам хлопоты, но сам мужчина не считает, что сделал этот поход. И, скорее всего, это еще будет повторяться, это будет повторяться. Вновь и вновь, снова и снова это будет повторяться, там, если мужчина не внушит, что он поступил неправильно. И тогда вам в этой ситуации нужно сделать следующее. Если вы решите придерживаться первой позиции, то вам необходимо донести до него, что мужчина был неправ. Это можно сделать путем высказывание ему неприемлемости его поведения, неприемлемости его поведения для себя, не обвиняя его, а именно высказывая неприемлемость его поведения для вас. И эта неприемлемость, эту неприемлемость вы облекаете в определенную форму. В какую форму? Эту неприемлемость вы облекаете в форму такую, что вы как бы доносите этому мужчине, что вот вы не собираетесь его менять, вы не собираетесь его как-то перевоспитывать, потому что понимаете, что это не имеет никакого, в общем-то, смысла, и это правильная позиция. Действительно, это не имеет особого смысла. Вот. Но при этом вы говорите, что если мужчина позволяет себе такие вещи, то и вы позволяете себе какие-то вещи тоже. Это не обязательно зеркальное поведение, но отдаление от него, отстранение, постепенное отстранение от него вполне возможно. Просто потому, что иначе ситуацию никак нельзя будет исправить. Я надеюсь, вы это для себя поймете. Либо же у вас есть варианты, если вы так сильно зависите от человека и не хотите прорабатывать свою зависимость от него, у вас есть и другой вариант. Этот вариант связан с принятием позиции мужчины и просто смирением с ней. И все. В таком случае вы миритесь с позицией, признаете, что мужчина действовал по своему желанию, признаете как бы правомерность его желаний, и что вы делаете дальше? Вот здесь, наверное, один из самых ключевых моментов.
что вы делаете дальше. А дальше вы можете сделать следующее. Вы можете оставить все как есть, то есть просто смириться и все. Либо вы можете подумать, что же мужчине не хватает, и постараться ему это дать, чтобы у него не было стимула, а чтобы у него не было потребности вступать в связь с другими женщинами. Потому что если он женился на вас, если он живет с вами, то скорее всего он вас любит, хочет быть с вами и так далее. Но вот до конца его потребности вы не удовлетворяете. И не обязательно, я вам сразу скажу, что совершенно не обязательно дифференцировать все эти подходы. Их можно использовать так, как вам этого хочется. Их можно использовать в любой последовательности и в любом порядке. Главное, чтобы это было то, чего вы сами для себя хотите. Главное, чтобы это было так, как вы для себя видите. То есть, например, вы можете донести до мужчины, что вам будет больно, донести до мужчины, что вам неприятно, и условиться с ним, что вы допускаете, что, может быть, в чем-то его не могли удовлетворить до конца, соответственно, и в силу того, что вы не хотите повторения, вы предлагаете ему озвучивать свои желания, и вы постараетесь полностью их удовлетворить, дабы он не тикотел к другим женщинам. Но при этом важно донести, что то, что произошло, вас задело. Важно донести ему, что вы обижены, унижены. Важно, чтобы на эмоциональном уровне вот этот проступок у мужчины закрепился. Чтобы это не прошло для него даром, чтобы это было эмоционально окрашенное событие, понимаете? Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос, ну а там уже вы сами решите, как вам поступать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.